Уже несколько часов идет бой за здание колледжа. Сложность штурма объясняется многочисленностью боевиков и системой взаимного прикрытия огнем. Во всех соседних зданиях расположено множество огневых точек боевиков, с которых они ведут огонь по бронетехнике и атакующим подразделениям пехоты. В здании слева от колледжа засечены несколько позиций боевиков. Один из танков отправляется нанести по ним удар с тыла. Разведка сообщила, что группа боевиков пробирается под землей из соседнего дома по направлению к танку и уже подобралась вплотную. Видимо, их задачей является подрыв танка. Танкисты получают целеуказания и стреляют в то место, под которым находятся террористы. Взрывные устройства, которые были у боевиков, детонируют, и тоннель полностью разрушается. Пыль из тоннеля вырывается сквозь асфальт и даже из окон дома, в котором он начинался. Мощность взрыва такова, что ударной волной откидывает пушку в бок и поворачивает башню танка. К счастью, экипаж не пострадал. А террористы очень удачно сэкономили на собственных похоронах. Боевики вновь открыли огонь из учительской башни. Как только они себя обнаружили, сразу получают привет от артиллеристов. Чтобы боевикам, находящимся в тылу, не было скучно, артиллеристы не забывают и о них. Бой не утихает. Аль-Каида запретила своим полевым командирам отступать. И стоит уничтожить одних террористов, их место тут же занимают другие. Освобожденная часть колледжа находится под постоянным обстрелом. И танкистам вновь и вновь приходится уничтожать огневые точки боевиков. Thank you.
машины постоянно вынуждены уходить на загрузку боеприпасов и обслуживание. Короткие минуты передышки танкисты подтягивают и ремонтируют гусеницы. Подвижность танка – обязательное условие его боеспособности. На всякий случай эвакуатор стоит в постоянной готовности к выезду. И снова в бой. Василий Павлов, Игорь Надыршин, Юрий Куценко, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. Анна Ньюс, Сирия.